Екатерина Васильева, 23 года, родилась в Балаково. Студентка, блогер и фанат рок-музыки. Жизненное кредо – мысль материальна, мечта воплощаема. После проекта «Конкуренция» моя жизнь никогда не станет прежней. Столько секретов телевизионной кухни и всего за 4 недели. Зато будет, что вспомнить в дальнейшем. Например, свой день рождения в этом году я отметила на съемках 4-го задания. И не могу не отметить, что ощущать себя в роли представителя творческой команды РЕН-ТВ очень волнительно и ответственно. Тройки лидеров в проекте я не вижу. Я вижу семерку победителей. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Эй, к сожалению, день рождения только раз в году. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.